турецком городе Сирт обнаружили и обезвредили бомбу. Она могла взорваться на митинге с участием президента страны. Как сообщил Хамзадак, заместитель главы правящей партии «Справедливости и развития», взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, приехавшего на митинг из Мардина. Был план взорвать машину, когда она прибудет в Сирт. Взрывное устройство стражи порядка нашли при досмотре авто. Вызванные саперы уничтожили бомбу. Подозреваемых разыскивают. Подпишитесь на наш канал «Будро Ньюс» и будьте в курсе всех событий.